Друзья, я хотел бы поделиться своими мыслями по поводу того, что дает нам Куб 8. Я расскажу немножко о своих привычках, которые были у меня на протяжении 25 лет. 25 лет я курил, и из них 15 лет я пытался бросить курить. Представляете, да, промежуток времени? Я осознавал, что это необходимо сделать, поскольку возраст у меня уже за 40, и я никак не мог это сделать и решиться на это. Так вот, благодаря Куб 8, пройдя ключ, буквально через день я это сделал. Уже полгода я вообще не понимаю, что такое сигареты. Мне уже не интересуют они, и запах раздражает абсолютно. Это то, что практически, да, и возможно. Но с Куб 8 возможно совершить абсолютно любые действия и получить реальные результаты в жизни. Будучи в юном возрасте, я 15 лет был в армии, и 15 лет я привык вставать в 7 часов, бежать кросс 10 километров с утра. Со временем эта привычка, которую мне прививали вышестоящее мое руководство и мои командиры, она пропала. Я был расслаблен и иногда даже вставал и в 10, и в 11 часов, иногда мог проспать до 3 часов дня. Я не мог себе заставить и понять, для чего мне это необходимо. Буквально год назад, прошлым летом, я решил заняться своим здоровьем. И по привычке просто пробежать не 10 километров, как бегал раньше, а всего лишь 300 метров. Я пробежал один день, почувствовал боль в мышцах. Пробежал на второй день, боль усилилась. Я посчитал, что эта боль связана с какими-то, ну, с тем, что я давно не занимался спортом. Насколько было мое удивление, когда эта боль не стала проходить еще спустя месяц. Я обратился к врачу, мне сказали, что у меня острое воспаление всех суставов. Я прошел ключ этим летом, и у меня, естественно, был страх, что будет со мной после того, как я пробегу опять же эти 300 метров. Я бегаю сейчас по 3-5 километров каждое утро, боли нет. Знаете, все вот эти боли, все эти установки, они у нас вот здесь, в голове. И если мы себя настраиваем на то, что у нас что-то будет болеть, или у нас будут какие-то проблемы, они 100% произойдут. Если мы понимаем четко, что мы делаем, и не боимся ничего, соответственно, все это приводит к желаемым результатам.